Всем привет, меня зовут Любомир Борода, и сегодня я хочу сделать обзор на вот этот вот маленький пакетик. Что это такое? Друзья, я получил посылку долгожданную от Guardian Paracord. Это новинка от украинского производителя Paracord, которая называется Survival. В данном пакетике герметичном, мы видим такой вот 10-метровый моточек паракорда. Что в этом паракорде необычного, спросите вы? Итак, паракорд Survival. Это 7 традиционных нитей 550-го паракорда, а также джут и плетеный рыболовный шнур. Давайте посмотрим. Итак, что мы видим в потрохах? Во-первых, это одна жовто-блокитная нить. Это визитная карточка Guardian Paracord. Далее, пожалуйста, рыболовный шнур. Далее, джут. Все как заявлено производителем. Также паракорд, как вы видите, состоит из двух цветов, которые характеризуют субкультуру выживания. Это оранжевый сигнальный цвет и олива, который характеризует все живое в природе. Собственно, что я могу сказать по поводу данного паракорда? Он очень приятный на ощупь. В отличие от первых тестовых пробников Guardian, которые я пробовал, он уже потоньше, больше, намного больше похож на стандартный паракорд. И в то же время внутри имеет очень-таки полезные штуки, которых нету паракорда другого производителя. Вот. И, соответственно, мне понравился подход производителя в плане вот этого вот герметичного пакетика с застежечкой. Он черненький, красивый, крутой. И, собственно, когда вы вот этот вот моточек туда положите, застегнете, кинете в рюкзак, пойдете в какой-то поход, прочее, будет влага или там дожди, ваш паракорд не намокнет, соответственно, джут всегда будет сухой, и вы очень легко с помощью него разведете огонь и приготовите себе что-нибудь вкусненькое. И напоследок, что я хочу сказать, вот держа в руках этот паракорд, я могу сказать то, что плести из него будет приятно, и будут очень такие даже крутые получаться браслеты. Ну, то, что я сплету, я вам покажу в следующих роликах. А на этом сегодняшний обзор я закончу. Ссылку на Guardian Paracord я напишу в описании под этим роликом. Всем спасибо за внимание. До свидания.